Всем доброго времени суток. Меня многие просят показать студию мою, что у меня есть. Студия у меня небольшая, но много инвентаря, который можно как-то менять. Начну с полок. Есть полки, на них много разного интересного. Есть красивые кресла. Это одно из них в стиле ретро. Бокалы, столик, помпастная трава. Вот такой стеллаж есть красивый, тоже в стиле ретро, можно его. Фотозона, она у меня четырехцветная, то есть самый первый фон, это стена, она белого цвета, потом идет серый, молочный и черный фон. Вот здесь видно, они в рулонах, да, у меня. У меня большие такие две лампы. Есть вспышка. Есть вот такая фотозона, ну, ее можно будет переставить, но на данный момент она вот в таком формате. То есть переставляем туда, есть зеркало, есть вот такая зона, типа гарден. Есть фотозона для предметной съемки, к нему фотофоны идут. Есть фон для визажистов, если кому надо. Сегодня мы начали делать детскую фотозону, немножко не докончили, но все впереди. Готовимся к Новому году, то есть здесь у нас камин такой прекрасный, и подключим, там будут огоньки сиять еще, и на подходе у нас елка, то есть мы будем собирать елку. Плюс еще есть вот такая фотозона, ну, для предметной фотосъемки светлого оттенка, вешалка с вешалками, и здесь сейчас немножко бардак. Но есть зона для отдыха, то есть бесконечно невозможно фотографироваться, сниматься, если что, можно передохнуть, чай попить, там все остальное. Есть у меня утюг, гладильная доска такая мини и отпариватель, то есть это такой плюсик. Выглядит примерно все вот так. Так что добро пожаловать ко мне в студию.